Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш КПН с одуванчиком. Я запрограммировал фокус на 80 мм и диафрагмы от 2,8 до 22. Когда вы делаете съемку, сначала вы выбираете диафрагму на камере, а потом ее же выставляете на объективе. И если видите, что кадр недодержан или передержан, используйте функцию экспо-коррекции. Вот он ваш КПН с одуванчиком, крышечка. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте КПН с одуванчиком в камеру из камеры. На моем канале YouTube есть подробная видеоинструкция, как это делать. Одуванчик очень хрупкий и очень легко сломать контакты, если вставлять переходник с одуванчиком в камеру, так же, как вы вставляете автофокусные объективы. Спасибо за внимание. Сейчас я это все упакую и отправлю вам.